Добрый день, друзья! Сегодня у нас 10 июня 2022 года. Город Воронеж. И мы продолжаем знакомиться с городом Воронежем. Сейчас мы находимся на улице Кавалерийская. Удастся нам по ней пройти или нет, вопрос. Все разрыто. Как удастся или нет. Так, удалось пройти. Кавалерийская встретила нас ремонтом, поэтому мы свернем с нее на улицу Малая Терновая. Поднимаемся по улице на холм. Вот такая колоритная улица, зелененькая, тенистая. Первый дом по Малотерновой. Попадаем мы на старое Воронежское кладбище. От кладбища здесь остались крохи. В советское время начали его активно сносить, но потом вовремя остановились. Вот вокруг валяются камни с надгробий. Рядышком детская площадка. Кладбище знаменито тем, что здесь были похоронены участники войны 1812 года. Видно, родственники восстановили могилу.
такой интересный памятник. Очень жаль, что у нас такое отношение к праху предков. Все ломаем. И ничего не ценим. Ротмистр, полковник. Это безымянное. Сначала все разрушим, а потом вспоминаем и начинаем что-то делать, в чем-то оправдываться. Совинку возвели. Но это только часть, кого удалось восстановить.
Это участники Первой мировой войны. Уж малая часть. Покидаем мы территорию Тернового кладбища. Тягостное настроение. Сначала все разрушим до основания, а потом начинаем, одумываемся и начинаем что-то делать. Когда уже трудно что-то сделать. Улица Дзиньковского. С улицы Дзиньковского мы вышли на улицу Трудовую. Зеленая улица. Дома самые разнообразные, довольно новых, довольно старых. Продолжаем двигаться по улице Трудовая. Пересекаем улицу Сакко и Ванцетти. По улице Трудовая. Старенькие домики. Здесь нет.
Наконец, трудовая закончилась. Мы вышли на улицу Линейная. За забором железная дорога. И движемся в сторону вокзала. Какие еще шедевры стоят здесь. С Линейной свернем на улицу Максима Горького. Собачки встречают. Пересекаем улицу Целинная. Мы движемся по улице Максима Горького. Тоже зелененькая улица. Много цветов. Интересный домик. Цветник. Вот улица Малая Смоленская. Дальше идем по Максима Горького. Тоже старинный домик. Все ветшает, все разваливается. Так красивый был в свое время. И такое впечатление, что он сейчас нежилой. Вот еще заброшенный.
Еще брошенный дом. Подошли мы к окончанию улицы Максима Горького. Выходим мы на улицу Коммунаров. На этом сегодняшняя наша прогулка завершается. Прошлись мы по старому городу. Подписывайтесь на канал, пишите отзывы, ставьте оценки. До скорых встреч! Thank you.